Ախալակում շարունակվում են ռեգբի սպորտաձևի պարապունքները ճանաչված մարզիչ Ռաֆայել Դարբինյանի կողմից։ Պարապունքներին հաճախ ներկա են լինում Ասպինզայի Տաո ռեգբի ակումբի անդամները։ У нас тренируется сейчас здесь в основном новая группа, где-то они тренируются, 8 или 9 месяцев. Летом мы проводили здесь в основном тренировки. Вот с началом осенних тренировок начали тоже проводить тренировки на стадионе. Вот видите, школа-интернат. И вот мы хотели, обычно мы делаем периодически для детей активность. Это как называют фестивали. То есть играют или они между собой, обычная тренировка, в активной форме с приходом тренеров из нашей лиги регби Тау, из Ахалцихи, Аспинзы, они тоже сейчас поднимут сюда в дороге. Они сейчас играли игру в Адыгене, и минут через 5-10 будут они здесь, в общем. Вот в основном это будет активность, и раздаются памятные дипломы для детей. Смысл этого заключается – популяризация регби – раз, поддержка здорового образа жизни для детей – вот это основные наши цели. В дальнейшем формирование команды, чтобы была бы у нас команда по регби. Насчет регби активность у нас такая, что, в общем, как было посещение до 30-35 человек, вот так и остается пока у нас. Внутренняя обычно группа 15, регби играют, регби 7, регби 15 мы играем, регби 7. Но здесь одно, то есть то, что у нас различные возрастные группы тренируются. Допустим, есть маленькие, чуть старше, чуть больше. Есть перспектива ребят, которые желают пойти на тренировку в Аспинзу. В общем, в дальнейшем вот такой ход у нас дела всего.